Всем привет! Сегодня 4 марта, на весах моих 92,7. Завтракать я буду кашей гречневой с молоком. Гречки у меня там 120 грамм, молока 150. Во второй прием пищи буду есть макароны твердых сортов, плюс огурец и плюс вот как выглядят мои рулетики с курагой. То есть они сочные получаются, как в собственном соку, со специями только. Так, это рулета у меня получается почти 90 грамм, макароны у меня тут 130 грамм и огурца 100 грамм. Хочу еще выпить молочка попозже, грамм 200, наверное. Не знаю, может, сделаю с ягодами. Ну, если что, я подсниму тогда. Вышел на улицу. Сейчас пойду стричься. Потом постригусь и покажу себя. Сегодня я лентяйничаю. Ну, только кушать готовлю. Объем у меня большой. Это окрошка. Первая будет щи. Хочу сделать заранее тефтели и котлеты. И убрать сразу в морозилку, чтобы потом достал, чисто сделал и все. Так, ладно, я уже подхожу к парикмахерской, она мне тут близко. Пошла. Все, я готова. Осталось покраситься. Так, это мой третий прием пищи. Буду есть окрошка. Окрошка у меня будет на колбасе. Калорийность я вставлю. То есть сколько здесь у меня муж не ест особо на мясе, поэтому... Что сделать на колбасе? Окрошки я очень хочу сильно. Отказываться не буду. Пока время позволяет, можно поесть. А вечером уже будет другой прием пищи. Последний. Сегодня я не укладываюсь, потому что спать ложусь рано. Будет 4 приема. А вот завтра, скорее всего, уже будет полноценно 5. Но процесс похудения начался. Это хорошо. Думаю, завтра будет хороший отвес. Забыла сказать, окрошки у меня здесь 150 грамм. Кефир у меня 1% 90 грамм. Разбавлено 80 грамм воды. 4 грамма идет горчицы острой. И 3 грамма лимонного сока. Ну и, естественно, соль. Солила не сильно. Люблю кисленькую окрошечку. Так, все, пошла кушать. Так, это мой ужин. Буду кушать куриную грудку гриль и отварную. Гриль у меня получилось 90 грамм и 70 грамм отварной. 80 грамм огурчиков. Хотела сначала с гарниром, потом подумала, наверное, чисто белки. Поем более легкое.